Вы в прямом эфире. Та-та-та-та-тан. Да, вот та новость, что здесь оказывается 64 вида бельгийского шоколада, она, конечно, пагубно может сказаться на нашем здоровье, потому что все это очень вкусно. Масенька ушла одевать хоть что-нибудь, это он совсем голенькая валяется. Но это хорошо. Может, вдвоем. Всем привет. Привет, мои дорогие. О, Масенька пришел. Что это там? А ты еще нашел бутылочку. Твою налево, мать. Ну какой можно быть растяпать-то, мать твою? Как можно было мое шампанское вылить ниже в ягоды? А что теперь ягоды испортятся? Мам, не испортятся. Не испортятся ягоды. Ниже жизненно. Ешь теперь ягоды давай. Не, я не буду. А что ты мне сделал? Ты хочешь, чтобы я 2 килограмма клубники съел, потом обосрался тут нахрен в усмерть? Зина, тебе пойдет. Давай, иди, ложись, или я сейчас покажу всей стране. Жопу мою. Угу. Так, ребят, сколько вышла путевка, смотрите в сети, интернет в помощь. Все зависит от дат, времени, где, у кого, как, за сколько брали и тому подобное. Вот. Мася взяла и вылила мое шампанское. Ну, это же, как вот так можно было? Так, развлекательная программа на сегодня, зачитываю. Давай. Бля, ну вот это мы с тобой пропускаем. А можно встать сюда, потому что там тебя никто не слышит, даже меня. Ну, а ты вот это... Да. Грузи мои не показывай. Я на себя показываю. Поехали, давай. Какая развлекательная программа на сегодня? Что нам там предлагают? Послушай, это убийца можно. Друзья мои, вы меня слышите? Короче, смотрите, это я не знаю, для каких извращенцев. 19:20:45. Рояль плюс скрипка. А что тебе не нравится? Что у вас вытягивается лицо? Я не понимаю, что тебе не нравится? Мам, это не наша тема. Я бы попил бы шампанского, сидел бы в костюме, послушал бы скрипку вечером, ты понимаешь? Ты вот вообще сейчас прикалываешься, окей. Я тебя... Слышь, я не пью с Макдональдсом, как ты, блин. Мама, только, Рома, я оставляю дай. Тебя на этом. Где? На рояле со скрипкой. Я сейчас найду себе развлечение. Давай дальше. 19:20:30, 21:30. Живая музыка в главном ресторане. Живая, тоже кто можешь поет? Идти туда. Ну там кто, опять кто-то на рояле, там рояле. Кто? Тимати, Джиган, кто будет играть? Какой Джиган? Какой Бьянка, может быть, кто там будет? О чем вы говорите, местный? Монатик. Абулбек какой-нибудь. Проходим дальше. 21:30. У них, кстати, здесь очень красивая музыка. 23:30. Блю. Роял Хаус. Ну, какая-то дискотека. 23:30. Ты отельчики не перепутала? Нет, вот 23:30 с мам дискотека. Мася, если ты хотела потусить... Тебе отель рядом, там Адама и Ева. А здесь... Они здесь... еще не работают. Дорогие гости, в связи с погодными условиями программа может быть принесена или отменена. Так они всегда пишут, уже тоже так бывает. Так, если у вас появятся вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Вот, а завтра мы завтракаем... Товарищи, где-то, это что за пенсионный отдых? Мама, в 23:30 только дискотека. Какой роял? Мась, я какой тебе расскажу. Рояль? Когда ты едешь в хороший фешенебельный отель, это не для тусни и бухалового, это для души. Где я ты ходишь, можешь месте. Открыть красивое платье, послушать музыку фортепианную, симфонию. Фортепиано? Да. Ты нормальный человек? Я не понимаю, что тебе не нравится? Бетховен, какой Моцарт, Бетховен? Бах. Какой Бетховен? Чайковский на худой ты конец. Видела, ты видел у меня какой отряд самоубийц стоит? Окей. Дискотека будет на вилле. Приходите, если на вилле, Мася диджеет сегодня. Все нормально будет. Все, короче, все. Кошмар. Вот, завтра у нас будет вкусный завтрак, потому что у меня день рождения, что-то они будут нам красивенько показывать. Вечером тоже будет все прикольно. Короче, завтра будет хороший день. Да что вы говорите? Это ты сейчас меня испугала, что ли? То есть хорошего дня мне и завтра не будет? Ну ладно. Какой ужас. Не нравится, не надо. Мне тут самые простые, замечательные, это мы. Дина Павловна. Вон она лежит тут. Голопопик у меня. Не знаю, вот на вилле, на самом деле, ну, знаете, оно хорошо, все тихо. Единственное, что мой маленький демон тут жжет все время, как я не знаю кто, блин. А учитывая, что еще весь алкоголь тут прекрасного качества, то прям вообще... Так, день рождения завтра. Ну что, завтра я поздравлю всех, у кого тоже день рождения 1 числа. Ребята, по путевкам смотрите в интернете. Совершенно разные цены, в зависимости от операторов, времени, даты, много-много. Сашка, вы крутяшки, да, мы стараемся. На самом деле, все равно еще такое, знаете, вялое состояние, потому что, получается, мы с пятницы на субботу не спали, приехали здесь, дремнули полтора часа, и сейчас все равно состояние такое, да.
Не купались, здесь прохладненько. У вас фикция? Фикция? Что вы имеете в виду? Под фикцией? Что у нас тут фикция? Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Александр, помогите накачать попу. Это все просто. Целую кучу движений, все показываем, все рассказываем, соответственно, все в ленте. Пьет он пиво? Ну, хер знает, если брат мой это пиво, то я тебя сочувствую. Пиво. Ну, тут умники у нас, мастер. Знаешь, у нас народ обычно не весь добрый. Они вообще не анализируют. Норильск, привет. Хорошо выглядите, да. Но все равно. Надо отоспаться. Очень сладенько. Я люблю это делать в прохладе. Здесь на самом деле ночью достаточно прохладно. Мы же говорим, сегодня приехали. В 8 утра здесь было 13-14 градусов где-то. Сколько будет лет? Ну, сколько будет лет? Когда будет знаменитый танец данного путешествия? Будет. Мастер с собой еще взял кучу китайских хитов. Кстати, китайские хиты некоторые это такие пародии или копии русских клипов 90-х годов. Собственно, будем показывать. Сургут. Тоже привет. Отель Макс Роял. Здесь что у нас? Здесь целая куча огромной территории. Здесь очень большой выбор всего. И здесь такой больше все-таки семейный отдых. Очень много приехало семей с детьми, и, соответственно, все отдыхают, радуются солнышку. Вот мы сидим голенькие, ну, реально, реально жарко. Дождь, бассейн будет, га-га. Сейчас, подожди. Не заживающая нога. Сейчас около 25 градусов. Ночью температура падает до 11-12, днем она поднимается до 25-27, ну, и, соответственно, на солнышке вообще великолепно, без солнышка тоже в майке вполне хорошо. Та-дам! Что у нас тут еще хорошо было? Курск, привет! Щелкова нам передает привет! Армения! Армяне, привет, дорогие! Вот. А в Москве сегодня реально все замело. Мы когда вылетали, как раз началась метель, я думаю, как бы там еще не отложили полет с метеорологическими условиями. Но, тем не менее, все нормально. Мы еще удачно так хорошо сели, то есть, точнее, мы сели, нам сказали, что мест вместе нет, можно ли было доплатить, мы доплатили по 25 евро, 3 500 рублей, и, соответственно, сели на прекрасные аварийные места, где можно было раскинуть и ножки везде. Раскинуться было очень кайфово. Вот. Такие дела. Прическа у меня такая интересная теперь стала. Мастер мне хочет все хвостик забирать. Кстати, тоже будет мини-хвостик у меня, что ли. Чита, привет. Привет. Чего хорошего? Хорошего то, что тепло. В Китае у нас было очень много всяких прогулок. Мы ходили, бродили все где-то. А здесь хочется просто тупо потюленить. Офигительный зал. Смотрите в сторис, я показывал. Тут очень обалденный зал. И, соответственно, завтра начнем тренироваться. Даже в день рождения. Махачкала. Махачкала, привет. Челябинск, привет. Сколько исполняется? Как обычно, традиционно, мне исполняется 18 лет. Это любимая моя традиция. Люди забить в интернете, в Википедии Александр Шпак. Да, тоже хороший совет. Саня, стрижечку не хотите сделать? Хочу. Надо что-нибудь придумать, и я думаю, что мы сейчас вернемся и придумаем. Блин, знаете, что пугает? Вот реально. Мало еще пугает, но пугает реально то, что мы вернемся в Москву, а там опять будет жопа. Ну, в смысле, что будет холодно. Вот, тем не менее, зато целую кучу приятных с друзьями. У нас каждый день, блин, где-нибудь мы с кем-нибудь либо завтракаем, либо обедаем, либо ужинаем. Киев, привет, привет, Киев. Киев тоже как-нибудь приедем, очень красивый город. Нальчик, привет, ты похож на гибридную ящерицу. Да, но не самый худший вариант. Некоторые люди, знаете, похожи на сказочного героя, оказываются полными гандонами. Вот, так что лучше пускай я буду похож на ящерицу, но добрым внутри, правильно? Так, когда возвращаемся, 5 вечера возвращаемся, так что у нас еще 1, 2, 3, 4, полдня 5, 5 дней. И сегодня еще не вечер. Фотосессия последняя очень понравилась, да, нам тоже. У нас еще будет несколько фотосессий интересных запланированных. Одна летняя должна быть вообще кайфовая, но она еще пока точно не договорена. Ждем, там будут очень прикольные девчонки. Персонал говорит на русском, да, так что практика в английском в этот раз не получится. Реально все говорят на русском, говорят очень хорошо. Ну нет, ну как, не все, но, соответственно, основные менеджеры говорят.
А учитывая, что мы находимся в одной из частей этих вил, то, соответственно, здесь они привыкли, что именно русские их снимают. И здесь прям вот девчонки, кстати, я не спросил, но походу по языку они изначально, ну, точно русские. Вот такие дела. Вот. Мася, будет ли у нас сегодня рубрика «Оторви попу от дивана»? Нет. А почему нет? Потому что рояль у нас в 7 часов. Рояль? Рояль и скрипка. Тебя что, на солнышке разморило уже? Я, по-моему, ее показал, но она голенькая, как обычно. Ты Доминикана, дождись, там будешь бегать, голенькая. Мам, я не могу, понимаешь, мне щемит репетузы. Щемит репетузы? Хочу я, вот, понимаешь... Так просто не надо выкатывать яички, не будет тебе ничего щемить. Характер у тебя должен быть женский, мама, девичий. Она уже бухая? Нет, она не может быть бухая, потому что мы только выпили одну бутылку шампанского. Шпаки выучи, да. Звезды шоу-бизнеса есть? Слушайте, пока не видели, но в этом отеле они всегда. Именно этот отель принимает практически весь московский бомонд и, соответственно, все звезды здесь, от и до. Отдыхают постоянно. В прошлый раз, когда мы были, тут просто стенка к стенке, Адама и Ева, когда мы были там, тут сюда приехали все, то есть от Тимати до еще целой когорты наших московских звезд. Отдыхайте, рубрика «От дивана не убежит». Видно, что ты грамотный, а внешность отталкивает. Ну, да. Так на то и было рассчитано в свое время. Опять же, мне моей внешности я не знаю. Я, знаете, что раньше не знал, как я выгляжу, что сейчас не знаю. Зато делаю то, что хочу. Сколько звезд отель? 7. Понятно, что есть 5 звезд, есть внезвездные отели, типа Гранд Хаята, Фо Сизонс, Хилтона. Вот. Почему не Мальдивы? Как не Мальдивы? Смотрите. Видите? Вилла стоит посередине, здесь к ней идет только маленькая тропинка. Вот, белый песочек они здесь тоже сделаны. Почему не Мальдивы? Ну, потому что Мальдивы... Другой прайс. Если вы хотите реально хорошо отдохнуть, то Мальдивы улетят за такую сумму, что нереально. Зажгите на вилле и устройте свою дискотеку, чтобы покататься. Будет, но сегодня реально надо еще подрыхнуть. Израиль, привет. Белорусы с тобой, привет, братья белорусы. Привет, Масе, передавайте. Передам. Иваново, привет. Привет. Город невест. Много денег потратили? Ну что вы все с деньгами? Что вы все обренным? Вон, видите, шурумбурунчики делаю. Сейчас вино остынет и будем... Дальше отдыхать. Всегда хорошо, знаете, полежать на веранде, попить вина, поесть вкусняшек. Хорошего отдыха. Вот это спасибо. Екатеринбург с нами. На самом деле, в России есть тоже теплые места. Мы в прошлый раз приезжали в самом начале мая в Сочи. И в Сочи были приятно обрадованы погодой. И я был приятно рад воздухом. В Крыму уже более-менее тепло. Так что так вот. Главное, люди счастливы. И это точно. Так. Как часто у вас секса? Слушай, секса у нас так себе, часто, не часто, когда 2 раза в неделю, когда 5, слушай, брат, нормально с сексом все выходит. Там просто спрашивают, сколько у меня секса. Сколько у меня секса? А секса с Масей или вообще? Нужно. Мась, нет, ну ты не одета, ну что за ботва опять у тебя? Мам, давай я подержу пока, открой мне. Я, кстати, нашла, ты знаешь, что там есть? Что? Раки. Раки? Водка. А, на. А, ты вот так вот, да? А, ты молодец, что ты перевернул. Здравствуйте, друзья мои! Друзья мои! Говорят, ты уже бухав стильку. Ты что, прикалываешься, что ли? Я же так прикалываюсь еще только. Друзья мои! Вы не видели, когда она бухала стильку? Вы что? Да-да-да. А в чем вы говорите? На эту фразу она бы вам сказала, куда вам пойти. Друзья мои! Голубушка моя, Зинаида Павловна! Она у меня такая женщина, вообще, самых честных правил. Подожди, а что мы за вино хоть пьем? Какое мы вино пьем? Какого года? Были в Геленджике, я не была, вот честно говорю. Масса, привет, красотка. Молодое вино. Молодое вино, может быть, раки сразу? Прикалываешься, что ли? Что? Кстати, вот это вино уже, оно турецкое, пусть будет итальянское. Так, так, так. Мамуся голый, да, и я голая, поэтому абсолютно не могу, понимаете, повернуться к вам лицом. Поэтому говорить только отсюда, издалека. Мася, жги, красавица. Знаете, дорогие мои, я вот вся в
в предвкушении пятидневного отдыха. Ира, ты уже бухая? Да вы что, дорогие мои, мы выпили всего очень молодое шампусенько. Сейчас, секундочку. Нельзя доливать, пока там... Мам. Меняй бокал, давай допивай. Excuse me, я просто не увидела, что у меня там еще не все. Так, Мася. Сейчас, секунду. А вас не видно в верхнем этаже в отеле? Нет, вы что? Мы на вилле сидим тут у себя. Прекрасно. Нет. Ирина, вы молодцы. Ира. Ира прикалывается постоянно. Ну, очень хорошая. Надо, чтобы они принесли еще бутылку вот этого. Вот это вот. Давай я попрошу, сейчас напишу девочкам. Ты фотку сбрось, пускай да. Тоже принесут, потому что... То вино не очень, да? Попробуй. Нет, оно просто обычное вино, оно молодое. Но после хорошего вина это вино... А не, это не хочется пить, мама. Excuse me, давайте я сейчас пару бутылочек пусть нам принесут. Так. 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 Мася, у тебя своя грудь? Хочу себе такую же, нету. Мася не своя. Недалеко не снимаю. Да. Привет со стороны, привет. Сколько стоила путевка? Путевка стоила... Нормально стоила. Тоже сижу, пью вино. Не самое плохое времяпровождение вечерком. Уверена? У Маси своя грудь, да. Кстати, здесь очень действительно много народу. Шпак привет из Дагестана. Дагестан, салам. Потому что все, видимо, прочухали вот эту тему. Здесь отель в сезон, когда будет уже июнь, июль, август, он будет стоить в 5-7 раз дороже. Ну, то есть суммы будут какие-то нереальные, они будут далеко за миллион. Вот, а совсем далеко. Вот, соответственно, сейчас все крайне для этого отеля недорого, и поэтому люди, которые хотят получить кайфовый сервис, реально сейчас сюда едут. В море купаться не будем, передать привет Таиланд, передали. Вы классные, большой позитив. Красный, большой позитив. Так, ну ладно, наверное, классные. Температура уже говорю. Где-то градусов 25-27. Короче, тепленько. Море холодное. Нет, такой... Гляну на двоих, 7 ночей, более 7000 долларов. Да, а дальше цены еще поднимаются. Здесь отели, реально, мы когда посмотрели какие-то цены, то есть, если вы будете смотреть 10 дней, в сезон здесь 10 дней стоит что-то порядка 2 миллионов. Поэтому я вам говорю, что нужно покупать очень заранее и искать очень выгодные предложения. Мы так делаем всегда, иногда получается, что можно в очень крутые места попасть реально за очень недорого. Так, Сашка, аватарка некрасиво, поменяю ее и пугается. Поменяю со временем, нужно что-нибудь интересное, красивое заснять такое. Молдавия тоже солнышко. Молдавия всегда солнышко. Молдавия хорошие фрукты. У меня очень, оказывается, много оказалось знакомых и даже теперь уже настоящих друзей из Молдавии. Так что Молдавия вам близкий привет. Саша, что за бизнес у вас? Не нужно иметь бизнес, можно иметь просто правильное вложение, которое работает. Хорошую воду принесли. Вода офигительная, если да. Если ты посмотрел, на хорошая вода очень. Да. Так это уноси, и тогда пускай они и лед возьмут, и вот то вино, потому что да, все прикольно. Чего еще хорошего? Нас очень приятно поразило, что для виллы здесь включен даже дом Периньон. Это было просто шикарно, и понятно, что здесь все дорого, но за свой дорого они реально дают крутой сервис. Вот, ну, дом Периньон мы будем открывать завтра, на день рождения. Так, передать привет моему любимому мужу, передаем. Все, кто смотрит нас вместе со своими половинками, тоже приятно. Так, отель называется Макс Роял в Белике. В следующий раз мы летим в Стамбул. Вот. И мы покажем, что есть интересного в Стамбуле. Мы с нетерпением ждем сами этой поездки. Саша, можно одно видео о наличии диетической кухни здесь? В Белике она есть. И мне что понравилось, у них здесь в ресторане реально те, кто хотят поесть правильно, есть очень правильная еда. Я сегодня покушал вкусный булгур. Здесь есть отварная парная рыба, курица, здесь есть гречка, здесь есть супчики, есть очень прикольно. Настоящих друзей много не бывает, это абсолютно верно. Есть куда сходить за пределы отеля. Объясню вам так, люди, которые потратили денег на отель, они не очень хотят куда-то ехать. Тогда покупаете обычную трешку, там 1050 на 10 дней на двоих, и, соответственно, начинаете путешествовать по Турции, здесь достаточно все недорого, и в этом есть смысл. Платить же огромные бабки и уезжать из отеля, в котором у тебя есть все, не очень логично, если только вы не крайне богатый человек. Привет, Финляндия, у вас тут холодно, да, финка, она такая.
Вода холодная. Стамбул, привет. В мае ждите нас. В начале мая будем. Брянск, привет. Астрахань. Опять килограмм лишний наберете? Ну, я стараюсь не набрать. Видите, пока такой длинный. Вот так вот. Вот так вот все пока смотрится. Так. Погода офигительная, вы же видите. Та-та-та. Украина, Тернополь, привет. Загорать не любите? С татуировками нельзя загорать. Поэтому я, собственно, сижу в тенечке, а мой вон голопопик, видите? Голопопик сам вот там вот отдыхает на солнышке. Саша, а тени татуаж или красишь? Тени татуаж, все татуаж. Будем еще доделывать. Здесь есть маленькие нюансы, которые хочется сделать. А, надо реснички покрасить или нарастить. Короче, будет красивенько. Вот. Такие дела. Ребята, как называется отель? Посмотрите сегодняшнюю ленту. Показываем все. Сколько стоит трансфер, как долететь, как доехать, какие подводные камни, что есть, какой сервис. Показываем все. Поэтому, пожалуйста, смотрите. Все на трех наших аккаунтах. Вот. Те, кто соскучился по магии маслечка, помните, что все перекинуто в Телеграм. Вот, Телеграм и стал теперь той самой кулинарной книгой, о которой все говорили. Александр, создайте кулинарную книгу. Теперь все находится в Телеграм, все легко искать, и практически все рецепты за 2 года уже на 95% перенесены туда. Ля-ля. Зачем ногти наращиваю? Видите, мои собственные. Они сверху только усилены материалом. Зачем? Ну, чтобы они у нас не ломались, по-моему, все логично. Или вам нравятся обгрызанные ногтюльки? У каждого свой фетиш. Где будем делать татуаж? У своих друзей, они сейчас должны вернуться с Казани, и будем как раз продолжать работать над глазами. Телеграм платный? Вы что, издеваетесь? Нет, Телеграм бесплатный. Мы с подписчиков деньги ни за что не берем, мы просто туда это все перекидываем, потому что здесь у нас есть и юмор какой-то, и путешествия, и какие-то смешные вещи. Соответственно, поэтому Телеграмом, допустим, у Маси все по поводу сбалансированного питания и тренировок, у меня все сделано из кулинарную книгу, а Саша Мася Лайф, Телеграм сделано развлекательно, туда же пока танцы уходят и всякие ржачки. Не надо ресницы наращивать? Почему это не надо? Это что это такое за ограничение? Я, знаете, хочу, делаю. Хабаровск, привет, твоя супруга супер. Да, она у меня такая. Саш, где встретить такого заботливого мужчину, как и вы? Он должен вырасти. Знаете, люди такими не вырастают, они на самом деле становятся, поэтому должно пройти время, человек должен себя осознать, понять. Вот. И самое главное, что вам должно быть суждено встретиться. Тогда все произойдет. Планы на вечер. Реально поспать. Очень хочется. Что? Мы же уже поспали. Вечер, мам, вечер, солнце заходит. Фортепиано со скрипкой. Альберт выходит. Значит так, бутылка шампанского, фортепиано со скрипкой, с 7 до 8 концерт слушаем, и в 8:15 я уже сплю, окей? Окей, окей. Окей? Окей. А я пошла дальше. Камертау передает привет. Так. Вы молодцы, загорушки, хатушки, маме привет. Мася, наверное, но Мася предпередал. Так. Ля-ля. Клыки Саш не убрал в итоге? Дорогие мои, тот, кто смотрит мои публикации тщательно, услышал и увидел все даты. Когда, что, зачем, почему, когда будут клыки. Дата точно прописана, посмотрите, она прописана не один раз. Кто отвечает за семейный бюджет? Слушайте, у нас его как такового нет. Все зависит от того, какой приходит доход в итоге. Вот. Вот, допустим, сейчас упали криптовалюты. Видели, лажа какая случилась? Так что здесь все зависит от того, как все правильно обыгрывается. Вот, поэтому как бюджет? Бюджет либо есть, либо нет. Солнце заходит, Альберт просыпается. Да-да-да, как от заката до рассвета. Сейчас у меня там начнется. Вы классные, поэтому такие. Не пошли смотреть территорию, пошли. Мы прошли всю территорию, зашли в спортзал, смотрите сторисы. Зашли в вкуснющую лавку вкусняшек всяких. Посмотрели спа-зону, прошлись по пляжу, познакомились. Встретили наших старых знакомых с Адама и Ева, которые вот здесь как раз рядышком там делали випшизонги, где мы в прошлый раз отдыхали. Тут тоже глаз сводить не буду. Жалко клыки, но ничего страшного, будет другой образ, будет интересно. Бурятия, привет, у меня мужа тоже первый день рождения, передадим завтра обязательно. Так, поздравьте меня с днем рождения, пожалуйста. Поздравляю вас с днем рождения. Шикарные. Хорошего вечера, Санька, ты клевый, прости за плохого танцора. Ничего,
я знаю, что танцую я не очень, зато я слепую. Что же так гневно реагируешь на комментарии? Если бы я гневно реагировал на комментарии, вы бы сейчас пошли бы уже в бан. А вы все пока еще здесь, так что не стоит испытывать терпение. Куда лучше впервые ехать в Турцию? Слушайте, здесь море великолепных отелей, а сервис Турции меня поразил. В первый раз я поехал в Турцию в прошлом году, тоже думал, что мне очень не понравится, и офигел от сервиса. Мы проходили паспортный контроль 2 минуты, багаж выдали через 15 минут, аэропорты работают идеально, до отеля мы ехали 40 минут, в отеле мы шикарно разместились, кухня великолепная, и я бы вам сказал, что здесь даже по сервису лучше, чем в моей любимой Доминикане. Просто Доминикана это совершенно другой кайф, другой песок, другая музыка, другое настроение. Но по качеству сервиса Турция крута. Реально крута. Тамбов, Воронеж, привет. С днем рождения завтра будем поздравлять. С наступающим? Да, с наступающим, да. О, у меня второй, здесь много овнов. Нас очень много, барашков очень много. Шотландия. К нам не собирайтесь, у нас красиво. Шотландия – это легендарная страна, и я думаю, что обязательно соберемся. Кстати, из Шотландии очень редкий привет, и поэтому очень приятно. Германия. Германия – привет. Тоже приятно. Сколько градусов в море? Не знаю. Я думаю, 14-15. Регнум – хороший отель. Не знаю. Честно говоря, еще не были. Приезжайте к нам на Байкал, встретим. Накормим, сервис лучше, чем в Турции. У нас с хорошими друзьями сервис всегда великолепный. Нас очень часто приглашают в Дагестан, в Чечню, Грузию, Армению. Я более чем уверен, что все должно быть круто. В Северной Осетии, но пока еще не знаем. Вот родила, смотрю вас после родов. Умничка. Сейчас главное правильно восстановиться, войти в ритм, и все будет супер. Самое главное уже сделали. Так, Саш, как ты думаешь, доллар поднимется? Поднимется однозначно, но в течение какого времени... В течение какого времени неизвестно, ведь недаром же выпустили новые бумажки, 200-рублевые, 2000-рублевые, значит, денежная масса увеличивается. А раз денежная масса увеличивается, соответственно, это приведет в коротком времени, может быть, не очень, а в среднем времени, в течение года-полутора, к какой-то определенной инфляции. Сколько будет, фиг его знает. Так, Сочи. Сочи обязательно примем. Тельцы и Овны, братишки. Факт. Саня, привет. Из Якутска. Какая Турция? У нас минус 27. Да. Рассказывал мне человек, так наливаешь шампанское, а у тебя в итоге сосулька падает в бокал. Да, у меня день рождения 1 апреля. Do you speak English? Yes, I little speak English. Так, Саня, привет с Минска. Привет. С ЛНР, привет. А мне завтра 25, юбилейчик. Да, прикольно. Ну, лучше отсчитывать от 18. Калмыкия, привет. Саня, любишь ли хоккей? Слушайте, я давно не смотрю футбол. 50 евро. Не, у нас куча хорошего алкоголя есть. Зачем? У них, кстати, да. Очень интересная градация. Нет, так она только что пришла. Стоимость бутылки составляет 50 евро. Вот тоже у них интересно, да? Да. Дом Периньон у них идет на халяву. Причем стоимость бутылки 150-200 долларов, да? А у них... Поняли? Сейчас посмотрим. Подумал, а что у нас еще в шкафчике есть из игристых? Дом Периньон. Давай одну бутылку. 50 евро. Ну, хорошо. Тогда пускай лед тащит, да, еще бутылку тогда бери. Так. Потому что, ну, вот это шампанское было офигительное просто. Да. Сколько обошелся тур? Еще раз повторяю, смотрите по ценам, сразу сейчас там увидите, что и как. Не так важно, сколько у нас обошелся, сколько вы сейчас увидите в интернете. Саша, вы хорошо рассказываете про свой отдых, случалось ли вам быть там, где беда? Показывали даже, Камбоджа, полная жопа. Очень не понравилось. Куда полетим? Ну, слушай, почему же? Мне вот, например, Камбоджа в плане культурном мне очень понравилось. Ну, культурный план, да, но мы еще на третий день нам уже не очень понравилось. Мы первый день ошалели от кайфа, да. А второй нам день был интересен, а третий день мы уже так дохаживали, Линганы посмотрели, еще что-то, ну, было интересное. Но все равно, я могу сказать, что мне Камбоджа в плане культурного очень понравилось. Очень понравилось. Да. В Казани снег идет, да, в Казани так. Зато Казань такая интересный город, и мы, надеюсь, там побываем. Какой любимый алкогольный напиток? Шампанское любим, красное вино любим, ром любим. Привет из Осетии. Привет, моя любимая. Ну что, все. Сейчас мы должны принести следующую бутылочку шампанского. Мы с Маськой будем отдыхать и посмотрим, выйдем ли мы еще в эфир. Но завтра точно буду вместе с вами. Так что буду принимать поздравления. Ну и, соответственно, передавать вам целую кучу приветов. А завтра же у нас с утра еще будет маленький розыгрыш. Среди участников кто-то получит офигительный приз.
позавчера об этом есть видео, смотрите в ленте. Все, всем до встречи, всех любим, целуем и настроения вам огромного, солнечного и любви.